вами канал Рыбалочка Николай Наталочка. Вот мы решили опять выехать на рыбалку. На улице дождь, но обещают на завтра хорошую погоду. Будем надеяться, что погодка исправится. Посмотрите, какие у нас дороги. Да, посмотрите, какие у нас дороги хорошие. Ребят, приехали на рыбалочку, мокрый как, только заехали на место. Это место вы должны знать. Здесь мы были, когда ветер был, ураган сильный. Сейчас дождь идет, но уже немножко прекратился. Сумасшедший. Смотрите, какое небо. Я вам покажу, и солнышко выходит. Видите, какая природа? Как она дает нам рыбку половить. Места все занятые. То место там, где мы ловили, свободное. Но туда мы не можем заехать, там болото. Заехать, если заедем, то не выйдем, это точно. Придется жить здесь неделю. Видите, какие тучи? А, посмотрите еще с той стороны, ребят. Какие тучи. Вон, смотрите. Черная. Я вам покажу поближе. Камера не приближает, я побегаю. Вы видите, что творится? Видите? Ну, мы приехали с ночевкой. Дровишки есть. Шашлычок пожарим. Берег хороший. Водички прибавилось. Прибавилось много. Так что как-то так. Видите, какие облака опять красивые. Мы везучие насчет природы. Мы когда приезжаем... И закат красивый вам показываем. И небеса какие прекрасные. Смотрите. Эта серия будет длинная. Я, кто выносливый, тот посмотрит. Постараемся вам больше показать. Видите. Вот и солнце вышло. Но тучи вон. Все вокруг нас крутит. Крутит погода. Давайте, ребята, буду закидывать, потому что удочки поставил, еще не закинул. Опа! Есть, друзья. Несмотря на сильный ветер. Первый карасик. Все, он нас. У нас такие впечатления, что приезжаем мы на рыбалку и вместе привозим ветер с собой. Это точно. Мы довольны, все супер, супер. А я обещала, если сегодня будет два карасика, то я сегодня его жарю. Он, смотри, как пашет. Первый есть. Ждем второго. Опоздал. Надо ближе седать. Есть. Вот. Ты посмотри, Кирилл опять такой. Горный. Красавчик, ребята, красавчик. Несмотря на ветер. Да. Красавчик. Да. С той стороной. Что с ним там какие-то красненькие. Ветер с моря дул.
таком ветре неудивительно. Телепают и удочки, как скажи. Как зонтик телепается. Надеюсь, что-нибудь слышно под зонтиком, потому что иначе невозможно. Рыбалку и с собой привезли ураган. Может, проблема все-таки не в урагане, а у нас. Ребят, опять ветер сумасшедший. На два карасика, два, уже есть. Придется шарить. Придется ставить вам лайки. Я знаю, вы мне хорошие. Вы всегда ставите, и я вам. Лед, лед. Ты в прошлый раз сказал, тоже нема. Ребята, третий. Ю-ху! И похрен нам погода. Третий, да. Тут я ее только забросил, правильно? Ну да, эту удочку, да. Не споймал. Убежал. Ну не расстраивайся. Убежал наш карасик. Не успели поймать. Мочалки, ты запутался. Ребята, погода не в дугу. Уже и поймал немножко карасей. Штуки 4, один ушел. Чуть ли не плакал. Так обидно, вытянул. И он обрывается перед самой водой. Брык-брык. Я аж ноги намочил. Ну ничего страшного. Всегда кажется, тот карась крупный, который ушел. Ну какой-то рыбе надо жить. Не всю же нам вылавливать. И так там дал Бог пожарить рыбочки. Но только делает опять свое фирменное блюдо. Я вам покажу. Картошечка. Вот колбаска жареная с салом. И салатик. Помидорки, огурцы, цибулечка. В общем, вот так вот. Ловим рыбку. Ребят, правда, погода никакая. Смотрите, опять какие облака темные. Черные задувает. Но мы не переживаем. У нас еще дня 2-3 есть рыбалки. Как нам захочется. Вот. Вы не обижайтесь. Если я там лайки не ставлю вам, это не значит, что я не ставлю. Я приеду, всех отблагодарю. Не переживайте. Я так всегда буду делать, елки, всегда. Каждого, никого не обижу, каждому отвечу. Мы такие люди. Когда люди к тебе хорошо относятся, и к ним хочется душой открытой. Я вам покажу немножко машину. Наталочкина раскладушечка мягенькая, хорошая такая, обалденная. Ну а то мое. Это я тоже своими руками сделал кресло для рыбалки. И вставляется вставочка такая, как раскладушечка делается. Вот. А здесь мы отдыхать будем. Убрал я сиденья, у меня были здесь. Сиденья стояли. Я их убрал. Они мне не нужны, мы не ездим, людей не возим, нигде ничего. Для нас хватает столько места. Это прекрасно. Вот как-то так. Что, мои хорошие? Буду показывать, как будет что-то интересное, так сразу вам покажу.
Ну что, на этом закончу. Картошечка жарится, очень вкусная будет. Наталья делает хорошо картошечку. Она умеет. Рыбку разобещала пожарить рыбку, если будет сегодня. Но я уже сказал, что не надо. Лучше завтра пожарим рыбку. У нас по плану шашлычок. Если кабана загоним, дикого. Да, завтра будет радостная новость, я вам объявлю потом. Да. Вот, ребята, какое небо в облаках, все такое волнуется. Вот такой вот карась. Только рассказывал про картошку, и тут раз, да, колокольчик, тра-та-та. Все равно погодка такая, а рыбалочка хорошая. В любом случае, это наслаждение. Рыбалка — это кайф. Это кайф. Положим еще одного карасика очередного. Вот так вот в нерест у нас развлекаются люди. Это карась. Маленький. Еще есть один карась. Вместе с елкой. И чисто случайно решили просто вытянуть, проверить. Четвертый. Холодно. Поодевали даже шапки уже. Май месяц. Холодно, ребята, холодно. Ребят, Наталья поймала карася очередного. На новую удочку. На новую удочку. Обалденный, ну дай его, дай, подними его. Ну сейчас я в том числе этой. Вот так.
Красавчик. Да, да, хороший. Карась зачетный. Зачетный, зачетный. Прямо красавчик. Улыбнись, Татур. Заждался. Моя ты хорошая. Да. Я тебя люблю. Давай сюда, зай, к столу. Зай. Не-не-не-не, я перецеплю наживочку. Все, ребят. А что у него светится вот эта ось? О, это красота. А ну покажи. Ой, красавец. Ну да. Класс. И решили просто вытащить уже удочку. Вот что, да. Оказался там карась. Да. Ничего себе. Красавчик. Да. Ого. Рукой не обхватывай, да? Да. Сильные такие. Эффектики даже кинут. Ветер опять а? Свою песню заводит.